Что думаешь об этих восточных куклах? Они мне нравятся. Вот бы и меня кто-то так держал. Я думал, тебя держали боги. Сквозь тени и свет он видел ее, но она была не одна. И была то жена его. Прекрасная и неверная. Ярость, печаль и горе наполнили сердце его. Слухи оказались правдивы. Он убил ее любовника. Обезумев от горя, он ударил и ее. И еще раз, и еще раз. Она даже не вскрикнула. Упала на земь, бездыханная, недвижимая. Но не жена, а князь ранен был. Преданный, никому более не доверяющий. Душа его обманута, полна чаша его горечи. Предан и одинок. Заслужил ли он это? Великий, любящий князь. Мне надо ехать в Новгород. Новгород? Старая столица Руси. Там живет мой брат. Мне надо поговорить с ним. Я говорил, у меня есть семейные дела. Потом буду строить флот и собирать войско. И увидишь моего воспитанника, князя Игоря, сына моего умершего шурина, князя Рюрика. Игорь — истинный наследник княжества.